и 7-0. Это прекрасная скидка после подачи с угла поля от капитана Невены Дамьянович. Ну и сейчас мы уточним, на кого записан этот гол. Сразу два игрока там пытались коснуться мяча. Ну вот видим, что празднуя забитый гол, можно... Да, ну здесь совершенно точно, что ногой Юлия Плешкова подправила мяч в ворота. И то, что рядом с ней находилась Яковлева, все-таки не помешало Плешковой забить.